с вами с четвертой игрой сегодняшнего дня. У нас Rampage против Инс, и это второй матч дня, по мнению наших аналитиков. В первом матче сегодняшнего дня Rampage проиграли, уступили ног Нокс Луна, но как бы фаворитам не стыдно уступить. Что вы скажете о матче против Инс? Я думаю, Rampage довольно-таки хороший шанс выиграть у Инцов, потому что Инсы себя еще не показали. И Rampage хватило, думаю, совсем чуть-чуть именно понятия игры, чтобы выиграть у Анакс тоже. Поэтому, я думаю, Рэмпач довольно да, хороший шанс. Да, я знаю, им чуть-чуть не хватило. А, okay. Да, и все-таки Рэмпач команда, которая снова и даже против Fenix, которых мы считаем фаворитами, играла от своей инициативы, от своей агрессии. И это очень похвальная черта команды, особенно в Wildcard регионах, когда команда именно давит первая. Так что я думаю, что мы увидим, скорее всего, очень интересный early game от команды Rampage. И, конечно, хотелось бы посмотреть на инцов, которых от них ждут. Драваш, я помню, вчера у тебя очень сильно вызывала бурю негодования игра от Токерса. Вот, я помню, тебе прям. Я видела, как тебе прям захотелось бежать за стол аналитики и говорить: так играть нельзя. Что ты можешь сказать о том о его вчерашнем выступлении? И может ли он сегодня вернуть твое расположение? Сегодня мне кажется, что Женя постоянно про каждого почти меданера говорит, что у меня была бурная волна негодования по поводу него, но Токерс реально не показал себя на свой уровень и последняя игра его, вторая против Lion Gaming, это просто не, нечто, то есть настолько э, глупая игра, она обычно такая получается, либо если у тебя есть только механика, что очень вряд ли, потому что Тоттерс довольно умный игрок, я с ним встречался, либо если ты реально очень сильно нервничаешь и очень э, не привык к тому, что команда, которая считается аутсайдером, тебя начинает давить. И, соответственно, если Тотерс не э, как-то не успокоится, что ли, не не найдет свою волну игры, не найдет кураж, у него, возможно, будут очень большие проблемы. И я думаю, что это как раз-таки вот главная, опять же, цель давления. Вот после, перед каждой игрой говорю, что цель давления — это мидлей, но так и есть. Реально через мид можно сдавить игру очень серьезно. А Рокки может оказать такое давление на Токерса, чтобы, собственно, игра пошла в их сторону? Ну, Рокки не такой плохой мидлейнер, как, как казалось. Не то, чтобы он был плохим, он был скорее недодавливающим. А против Киры он стоял плохой для себя матчап, очень сложный, э, очень ровно. И у него было столько же крипов на Малзахаре против Талии. Его никак не задавили, и они реализовали, как раз таки, Малзахара первые 15 минут очень хорошо. Так что я думаю, Рокки, как раз таки, с помощью его команды, с помощью Тасла и Дары, может э, серьезное давление дать на и Токерса и вообще команду Инс у нас как раз есть ролик про Rampage, про, то, про их команду и как они ощущают себя в Бразилии, и что они вообще ждут от этой ВЛ карты Давайте посмотрим. Алло, Japan League, который в последние годы видел доминию Detonation Focus имеет новый донор. Depois de bater na trave nos últimos dois anos, a Rampage enfim conseguiu levantar o troféu no Japão e carimbou o passaporte para o International Wildcard Qualifier. Depois de uma primeira etapa complicada, quando o topo Paz na reta final passou para a selva no lugar de Tussle, numa confusão que resultou em mais uma derrota para a DFM. Nessa segunda etapa, a equipe fixou a line-up titular com Paz, Tussle, Rocky Meron e Dara. Durante a competição, a Rampage só perdeu uma série, na semana 5, para a Detonation. Porém, foi devidamente vingada na semana 10. Liderados pelo Selva Tussle, que participou de 82,7% dos abates da equipe, a Rampage terminou a primeira fase em primeiro lugar, o que já garantiu a vaga direta para a final. Na final, tira tema com a Detonation. Depois de vencer os jogos 1 e 3 da melhor de 5, a decisão ficou mesmo para o quinto confronto. E sem decepcionar, a equipe conseguiu superar a arquirrival e garantir a vaga para o WCK no Brasil. A missão agora é tentar ir além da fase de grupos para quem sabe sonhar com o um Mundial. Очень бодрый и мотивирующий ролик от э, японского региона. Прямо музычка такая, захотела встать и потанцевать. Пожалуй, мы не будем этого делать. был бы Занза, он бы сделал. Это да. Второй бы урок преподал бы комьюнити. Вообще, по поводу этого матча, хотелось бы очень отметить: матча плесников. я думаю, это ключевой матчап, и это как раз-таки та роль, которая повлияет на эту игру больше всего, потому что у Rampage очень сильный корейский лесник, в то время как одним из ключевых игроков Инс также является Револта. И думаю, что если Тасл сможет оказать то давление на Револту, которое оказал э, в первой же игре Оди, то у Инс будут большие проблемы. То есть я очень надеюсь, что Rampage постарается Таслу взять выигрышным в выигрышный матч лес, и, возможно какого-то мидера, который сможет его всегда поддерживать, или саппорта, и Тасл будет играть агрессивно и выгонять револта с его джангла. И когда... Ну, Револта является основным шотколлером своей команды, так же, как и стажер, и когда вы пытаетесь играть и давить лесника, который является шотколером, ему очень тяжело делать какие-то колы и думать, потому что то, о чем он думает в первую очередь, как мне выжить, куда мне бежать, чтобы выформить и как мне не проиграть игру в соло. Вообще, я думаю, что самый главный фактор этой игры будет, скорее всего именно первый командный мув от, от Инс. Если у них получится задавить и хорошо это все сделать на боте, потому что они очень любят сгруппиться, э, запустить мид с лесником и телепортом, и мидером пойти на бот и сделать дайв 5-4, или 5-3, или 5-2. Если у них этот мув хорошо получится, то у них будет хороший шанс именно выиграть игру. Если у них не получится, то они, скорее всего, расклеются и просто будут медленно проигрывать. Ну, Инс известны своим очень нестабильным ментальным состоянием вообще на, именно во время ланд финалов и как вы думаете, насколько сильно по ним ударило вчерашнее поражение? Я, Я думаю, в... следующая игра нам покажет, как бы потому что возможно, это был для них будильничек, а возможно, они телтанули и отыграют еще хуже, чем вчера. Да, учитывая, какое давление на них э, сходит с комьюнити бразильского, учитывая, что они играют дома, э, им будет очень сложно реабилитироваться, но. На, у них сейчас реальная ситуация сейчас или никогда. Либо они оправдывают э, надежды всех и свои собственные надежды, либо они, скорее всего, будут э, так и идти на топ-4, топ-5 и, скорее всего, не пропадут на этот чемпионат мира. Шаркс, расскажи, а как ты мотивируешь вообще своих игроков не тильтовать и всегда оставаться в бодрости духа? Ну, единственный игрок, который нас тилтует, это человек, который сидит справа от меня но вроде в конце сплита мы с этим справил, справились. Как бы обычно, когда игрок тилтует, его коммуникация падает, и, скажем так, вера в победу немножко падает. А когда ты, скажем так, раскладываешься по полочкам и объясняешь ему, что если бы вот тут ты бы дал бы эту информацию, то мы бы выиграли, или вот тут бы ты сделал бы вот так, то мы бы выиграли, и как бы твои негативные эмоции, этот тилт мешает нашей команде выигрывать. Когда игрок это понимает, он перестает тилтовать, потому что он понимает, что несмотря на то, что... У него игра не пошла, или там коммуникация не пошла, или его план на игру не сработал, то позади него есть команда, которая всегда его поддержит, поможет, и вне зависимости от этого можем выиграть. Да. Совсем бывает. Скажем так, если если как раз-таки игрок он э, верит в свою команду и Команда, соответственно, верит в него, и он как раз-таки командный игрок, ему не все равно на свою команду. Он не будет просто тилтовать. Он сразу же, как только он начнет расстраиваться и играть как-то не очень хорошо. В этот же момент он поймет: так это командная игра, либо сейчас мне поможет, потому что у меня хорошая, отличная команда, и просто будет продолжать делать все, что от него нужно. Обычно мы делаем прогнозы после того, как увидим стадию драфта, но я предлагаю сделать прогнозы сейчас. Так сказать, вслепую. Я, я, честно, не готов. Я жду лесников, пиков, лесников. Поэтому я я хочу подождать. Настоящий ответ тренера: сначала драфт, потом все остальное. Ну, конечно, довольно сложно будет в этом противостоянии сразу же выявить, кто победит, кто проиграет. Это э, вряд ли у нас выйдет вообще угадать, потому что Рэмпа все-таки играют не так плохо. Инсы а как раз-таки играли только вчера. Сегодня у них не было никаких игры. Они. и непонятно, какой уровень команд будет как они задрафтят и что у них вообще, а, что у них будет в голове в этот момент. Соответственно, по драфту уже можно будет процентов 30-40 понять, потому что мы будем знать, а, и будет ли давление у Тасла и Дары, либо же давление будет у Револта, и, возможно, они наконец-то смогут показать свою игру. Но если судить по прошлым играм, то я бы отдал чуточку рампач, но надо после драфта, 100%. Ну а как же спортивный азарт, знаешь, вот это бурление адреналина в крови, угадал, не угадал. Ну если пальцем в небо, я бы, наверное, все-таки поставил на инц. Почему? Это пальцем в небо. Это пальцем Как монетка, либо одно, либо второе. Нет, это не монетка. Это палец в небо. Это а? палец в небо, Я все-таки люблю, когда команды... Uh, приезжают аутсайдерами и играют хорошо, и выигрывают игры, и тем более у фаворитов в ходе, и не очень хорошо себя показывают. Так что я все-таки, uh, если бы в блайнд, я бы выбрал все-таки Rampage как победителя этой игры, потому что просто я за них болею. Uh -huh. А вообще, если говорить о... Я забыла это слово. Бывает. Вообще, если говорить о свапах и их отсутствии, сейчас uh, какие есть... Условия для победы то есть, что команда должна сделать 100%, чтобы выиграть, чтобы выиграть, mm -hmm. я, я думаю, чтобы хотя бы не выиграть, а не проиграть игру. Надо как минимум нормально. <laughs> как, как минимум отстоять лайн фазу и не проиграть, как бы, сделали это Dark Passage в прошлой игре. Mm -hmm. То, что там они в 0-10 уехали на боте, на миде 0-10, и после этого обычно просто игры не выигрываются. Надо отстоять или чуть-чуть отстать, или там играть вровень и Значит, дать своей команде загерить. Хотя бы. Да, в зависимости от этапа И также а, очевидно, что первый как раз-таки ключевой фактор того, что ты вышел вперед, это забирание первой вышки, потому что она дает очень много голды, и она очень много дает себе простора для, по карте именно. Ты можешь передвигаться своим ботлейном, например, по карте, если эта вышка а, забрана, и, соответственно... У нас начались пики и баны. У нас начались пики и баны. Да, вот как раз сейчас вы можете, так сказать, посмотреть на них и сказать, кто же у нас победит. Итак, у нас забанены Алистар и Севир, и традиционный бан кан Планка. Да, также я бы хотел быстренько добавить по стратегии к победе, что есть очень простая стратегия. Это первый килл, первая вышка, первый геральт и первый барон. Вот соблюдайте эту стратегию и все будет хорошо у вас. Еще желательно тимфайтиться уметь или 1-3-1 играть? Да, да, кстати. Это, я... это, 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 без этого как-то сложновато. Ребята, это забанил коровку, который Дар офигарил. Поэтому удары минус один чемпион. Ну, значит, это, это повод показать еще, что он умеет. Может, какой-нибудь корейский Барт к нам прилетит в гости? Может быть, но у нас улетает бан Талия и Риксай. У меня такое ощущение, что сейчас все команды начнут э, перед, э, пикать именно Браума. Вполне возможно, что это будет браума от Дары. Возможно. И снова Владимир баня. у нас. Да, понятно. Шен у нас снова открыт. Пожалуйста, Шен пик. Гнар, я не, 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 не... Есть Гнар. Зачем пикать Шена, если есть Гнар? Да, хоть Шен э, доставляет довольно большое давление на карту из э, его глобу ульты, Гнар все равно может его очень сильно давить, он может его перепрешировать и за, забирать первую вышку сам, или же с давлением от своего лесника. И, и вот так просто пикать Шена в блайнд, когда Гнар опен, это не самая лучшая затея. Я просто... Ну, Нет, не это самая... какая карма? А, Почему уху? карма? Напоминает наши скримы. Напоминает наши скримы, у нас постоянно Леша такой, ну берем карму, у нас будет флекс. И этом last пик саппорта, и нон-холли взрывается. А сейчас карма. Какая карма? Да нет, просто есть Гнар. Я не против кармы. Просто есть Гнар. И Гнар... Янг играл первую игру на Гнаре очень хорошо. Если мы вспомним самую первую игру инцов, не ту игру, где они проиграли. Вот рампу чумные, ребята. Вид Шен открыт, гангпланк забанен, берем шена. Так, кстати, ребята простые. Вижу шена, пикаю шена. Да. При забаненном гангпланке. Да, при забаненном гангпланке именно. И так забрали джина. Сиверка Северка в бане, это остались, остался еще Аша. Интересно, почему они забрали именно Джина, потому что я считаю Ашу на пол головы, наверное, сильнее, чем Джин. Также у нас открыта связка Аша там -кенч. возможно, Инс ее будут брать. хоть и против Джина это не самая идеальная связка, Джину все-таки легко спрятать э, цеплять как-то там -кенч и ту же Ашу. все, все еще эта связка остается сильной. Кстати, маловероятно, что ин, э, Инс сейчас пикнут э, саппорта в этой, в драфта, потому что они хотят карму еще оставить на флекс. Да, все верно. Да. А в то время как Рэмпорч спокойно могут забрать там Кенча на второй фазе драфта, он шикарно впишется в их композицию. Кстати, это первый именно агрессивный лесник от Инс, потому что они две игры играли на Грагасе, если не ошибаюсь. Да. И вполне возможно, что играя с, с у них будет получать то, что они обычно хотят делать. Револта решил взять все в свои руки и закирить команду. А, вполне есть. возможно. Сейчас инс взяли Элиза, у них есть карма. Если это будет мидлайн карма, у них будет вырисовываться что-то на уровне качества сетапа. Или хотя бы на частично кетч сетапа. И, соответственно, пик там тенча в данной ситуации будет еще лучше. Потому что, очевидно, просто там тенч будет съедать все цели, которые засобили станами. Не ждет у нас сейчас команда рэмпа, что же они хотят забрать. Ну, мидлайнер, наверное, у нас идет на ласт пик, потому что карма уже... до сих пор флексит. Шен уже взят, карма до сих пор флексит, и нету никакой э, реальной надобности Rampage сейчас а, э, пикать мидер в блайнд и оставлять что-то на нас пик типа саппорта. Хотя, возможно, какой-нибудь Виктор вполне. Да нет, сейчас уйдет тут просто... Тут лучше взять Zaha или, Zaha. или, или сам... Он, они или лесника он, хотят оставить на нас пик. Что-то очень Я странное. Думаю, будет у нас какая-то заготовка. Это будет заготовочка. Это сто процентов будет заготовочка. Я знаю, не... что, что они могли приготовить. М -м, тут Ренгар, может быть, может быть Гикарим. Но Гикарим это не заготовочка почему? Гикарим, не это... все команды играют Гикарим на самом деле. Ну да, это и... совсем, не, все равно не совсем чизовый пик, хотя на самом деле довольно неплохо он мог бы здесь зайти. И Морзахару с Гикаримом очень просто играть от миджангла, джангла, и, конечно же, Шен Хикарим уже давно стандартная и давно успешная и популярная связка. Кстати, тут опять же могла быть Недали, в которой они играли против Анекс. Э... Да, Недали отлично вписывается в эту композицию. Посмотрим сейчас, что заберут инс. Возможно, они не хотели брать инс, потому что о, о, у нас как раз хотели от, брать кси, Открыта Кассиопея от Токерса. Да. А Кассиопея, кстати, о, очень хорошо работает против Нидели, потому что э, когда Нидели выходит на ганг, ты просто ультуешь, кидаешь сверху Миазму, и она не, не может не флешнуть и не прыгнуть после того, как выходит из ультимейта. Да, очень сложно играть. Нидели против Кассиопеи. Кассиопея, кстати, из реаль. первый, первый израиль у нас на турнире. Да. Это, конечно, тоже стоит заметить, но Ксиопей — это герой такой, которого все почему-то забыли, хотя ему не делали Ксиопей никаких сильных нерфов, и она не выходила сильно из меты. Но у нее есть также все еще много очень хороших матчапов, и, кстати, Ксиопей в Манзахара — это тот самый матчап, который отлично проходит, учитывая нерв пассивки Манзахара. Возможно, что как раз-таки сейчас им взяли пик, который они хотели, который они могут и умеют реализовывать. Дроваш такой, знаешь, первый пикс из реалии. Дроваш такой, да-да-да, Кассиопея, Конечно. Матчап на Мидлейне. Конечно, это намного важнее. Конечно. Из, -из, -из довольно-таки неплохо, хотя его лайнфаза э, не самая сильная, вот, из-за того, что ты играешь через каплю. Но есть матчапы, которые он отстаивает довольно-таки неплохо. Но Джин Брам — это не, не, один из этих матчапов. Так что очень интересно, как они будут играть. И, взяли. И Крагас у нас берется для, для ну, лесника, дошло. да, для лесника Рампейджа. Ну, аналитики, ваши прогнозы? Как раз-таки то, что э, мы говорили, должны были бы сделать Рэмпэш, учитывая, что они еще и распикнули Джанлера. они должны были взять выигрышный матч в лесу, они должны были взять агрессивного лесника, на котором Тасл может показать хорошую игру, но сейчас они взяли Грагаса, и это очень э, странно, странно да, для них, и я думаю, что сейчас я поставил бы на Инс. Единственный лесник, который мог противопоставить Элизи в Гейме, это Нидали, но Нидали по винрейту за весь этот сезон, за 2016 год... Элиза проигрывает. Элиза обыгрывает Нидерли в 55% игр. Эдвард? Я поставлю, скорее всего, на Инс, только потому что мне не очень нравится сам драфт Рампач. Я считаю, это команды довольно-таки одного уровня игры в данный момент, поэтому поставлю просто на команду, которая сильнее пигнула. Поэтому Инс. Прям как в прошлой игре? Да. Мне пик бы Рэмпач понравился больше, если бы они взяли мидлейнера, который наносит чуть больше урона, чем Альзахар в мид-гейме. Потому что у вас есть Шен Грагос, у вас очень сильный фронтлайн, наверное, сильнейший фронтлайн, который вы можете взять в лес топ-лейн. Но Джим Альзахар на 15, по 20 минут будут наносить недостаточное количество урона. Поэтому ну, я тоже поставлю на инц. Ну да, теперь и... коремидеры типа Виктор. Итак, у нас инц, инц, инц. И снова у нас Собственно, синхронно мыслят наши аналитики. Посмотрим, как это все выйдет в игре. И передаем слово нашим комментаторам. Зак Ник. Вам слово. Большое спасибо, Жене. И, конечно же, аналитики снова однозначно отозвались у ИНС. Я думаю, что Зак, ты, конечно же, не согласен с этим, но будем наблюдать уже в самой игре, дорогие дамы и господа. Противостояние ИНС и спортс против команды Rampage. Погнали! Самую малость, на самом деле, с нашими аналитиками не согласен, но. тут как рам пейдж отыграть может что последние две игры не играли немножко без инициативно но вторую игру там просто нить д джонглер такой был не сова который может что то разыграть а здесь грагас Грагос, в принципе, может что-то такое сделать интересное на карте. Тем более, если на Лисине показал, что на Лисине он умеет ван Сейчас он должен то же самое продемонстрировать, но только на Грагосе. Да, и сразу же идет экшен с самого старта. Команда Рэмпейдж может серьезно просесть. Под мантрой дается кью от Джокстера. Урон сильный. Рэмпейдж просели. Должны отступать здесь. Ни в коем случае нельзя им ранние килы отдавать в пользу имцов. Дара считает, что лучше пускай накрасит его отдышника, он останется по фулой. Чтобы потом еще накидать с кухана он, Дара. Просто сейчас его керри, и вот из-за того, что он не захотел потанчить мистик шот и последнюю кушку кармы, они вернутся намного позже на линию потеряют энное количество крипов, что не очень хорошо, при том, что Мальзахар, он слабее, Кассиопей, как уже заметил, дробовик. Да. Причем намного. Его и так будет зонить, а еще, не дай бог, будет Риза заходить. Мальзахару вообще будет очень тяжело на линии. Старт не неприятный для РМ. Пайчка уже начала оформить а, у Мальзы, он еще только около вышки а, Т2, но изрядно с кармой заходили посмотреть, не забирают ли Грампа ботлайн рампейджев. Не поставили там вард, не увидели и ушли назад на линию. Да, Тасл тем временем забирает Остроклев. стартанул он достаточно тоже. Получается поздно, хотя, в целом, ситуация не такая плохая для ребят у Rampage по сумме. И, кстати, по голосованию ИНЦы 65% имеет. Ну, инцы, в принципе, если они сыграют лучше, чем вчера, то у них будет шансов намного больше. Но так. вот меня немножко смущает Израиль в плане пика, потому что в последнее время выбирает ну, приоритет на АДшников идет на такой, как Ашу, и Ашу, и Джин, Севир в крайнем случае. А вот сейчас они взяли Изреально. Но Израиль карма довольно-таки хороши против. И Джина, и Браума. Так что тут на реализацию. этим два крипа имеют же. Их да. просто сейчас заполкивают на боте и отзонивают. Это точно. Ну и посмотрим, как реализует сейчас себя Револта. Потому что вчера он был достаточно пассивен, как мы уже да, обсуждали. Что он все-таки как-то замыкался. но тут он играет очень агрессивно. По Таслу Карма подходит на подсейв. Помощь хорошая для Грага. Грага заберет синий баф, но он умрет. И ферст блад для Джокстера. два дабл баф для Джокстера. Ё-моё, это очень плохо для команды Рэмпэйдж. Вот просто Тисли сейчас чуть ли не игру, наверное, проигрывают своему бутлейну, да. потому что сейчас Карма приходит с дабл бафом. И проблемы на боте и до этого были, а сейчас будет прям Совсем колоссальные проблемы. И плюс он, он просто мог отдать по этот баф. И Револта сделал супер правильную вещь. Мидер его сильнее, uh -huh. ботлейн у него тоже сильнее, поэтому, если он заинвейдит, его никто за это наказать не сможет. Поэтому все так идеально и получилось у них. Плюс еще карма подзаромила. Да. Потому что должна была поступить информация от ботлейна рампейджа, что ушла карма, нужно будет аккуратнее. Либо информация такая была, но Тисли решил ее проигнорировать. Да, Тассел вообще отыгрывает э, это начало да, весьма так э, странненько и его первая смерть приведет сейчас, может привести к тому, что все пойдет как-то по накатанной. Мы видим, кстати, что он играет через зелье охотника. Здесь вынужден он, видимо, из-за такого сильного отставания уйти в это зелье, чтобы фармить подольше. Он просто хочет именно уйти прям в full фарм. Это не будет Оди, который на Грагосе да. за 5 минут зашел на три линии и везде почти удачно. Это Грагас, который будет пытаться вернуться в игру, так как его очень сильно поднаказали. А да. вот Треволта Ганка сейчас будет. И это Элиза. Если сейчас Ганками сделает Нид вдобавок, выбьет там флеш из Мальзахара, то потом что с ним сделает Эли... эта Кассиопея, прям страшно представить. Что касается ботлейна, естественно, многое зависит от того, как из и Карма будут здесь действовать на самом деле. У Браума есть хорошие плюсы против Израиля реали Кармы, ввиду того, что он хорошо блокирует именно Паук. Поэтому я вижу неплохой потенциал у Брама в целом по этой игре. Но ну, Карма на самом деле немножко скованно играла. У нее есть редбаф, она могла просто с руки тыкать. Да. Нормально. Ну тут опять же линию, мне кажется, не очень хорошо контролит uh, инцы. То есть они постоянно запушивают. У них сетап такой, они да. должны пушить именно нахорашивать. Ну да, то есть до этого хараса пока что не идет. Либо, в... либо, просто поставить линию на центр. И Но с другой стороны, зонить. с другой стороны, это Израиль, он должен терпеть, потому что он скелешься пик, а сейчас он давит. Так что в принципе. Но у него карма его компенсирует, да. То есть тут такая ситуация. Можно а лучше, но и так тоже хорошо. Ну, да, это тоже верно. И пока что команда инс конечно же, на бот держится очень уверенно. Перефарм идет э, небольшой в пользу микао Конечно, хочется больше прессинга увидеть от Джокстера. Все-таки это карма. Карма может себе позволить очень многое, тем более, если ты берешь экзост, да, если вдруг по тебе пошли улына, ты кидаешь экзост на джина. И он теряет очень серьезный дэмэдж потенциал. КДР ботиночка купил Древолта, будет быстро передвигаться по карте и что-то где-то наганчивать. самое главное, вот КДР ботинки очень многие забывают о том, что они снижают кулдауны на самой на 10%. Да, для некоторых чемпионов это очень важно. Да. Такие как Элиза, как раз таки, которая может флеш коконом делать такие плейзы, что противник будет как бы застан расплох и будет уничтожен. Конечно, просто. Есть, конечно, чемпионы и помощнее, на которых КДР собаки работают, такие как Хикарим, допустим, которым mm -hmm. Гост очень важен. Или тот же Олаф Лесной, который mm -hmm. иногда проскакивает в некоторых регионах. Да. Ну, вообще КДР ботинки там... У меня, например, любимая это она Алистара, когда КДР ботинки прям чуть ли не рашит, чтобы просто флеш флешку дал, там выкинул кого-нибудь с Я думаю, ликвид бы тебя потом зарепортил после игры. Может быть. Но, кстати, Алистар в этой игре был забанен впервые на турнире. Кстати, И... сегодня еще вот Талия не особо как-то... Вот первый бан был только вот сейчас, а вчера она была пикнута в трех играх, в одной была забанена, в одной проигнорировали. А сегодня прям про нее все подзабыли, несмотря только на эту игру, потому что в этой игре она была в бане. Да, но опять же, то, что Алистара банит, это мега удивительно, учитывая ну, то, что он сейчас... Рампойджи вчера ну, как бы да, да, показал, да, да, что его понимаю. Алистар заслуживает бана на самом деле. Ну это да. Хотя опять же, Алистар все-таки имеет... Свои серьезные минусы, в отличие от того же брандосика, которого показывает Ликрит. Брандосик сам по себе персонаж, который имеет минусы, но их сложнее законтрить, чем минусы Алистара. Ну, точнее, законтрить, на который можно надавить. Очень хорошо Дара сейчас провардил. На самом деле, вот такой вардинг uh, роуд. Очень эффективен, особенно против таких лесников, как ну, Элиза, которые ищет возможность быстро подфармить кемп, кемпики и сразу же провернуть какой-нибудь ганг. Тем более против ромящего Джокстера, который постоянно двигается по карте. То есть эти варды очень эффективны. Тасл снова здесь встревает, Фу. вынужден отдать флэш. Он почему-то очень сильно жадничает, вот именно да. за кемпчики. И сейчас его просто закрывают со всех сторон, но пока его не особо видят, где так, он. Так, револта. Здесь нужен кокон. Этого левела револта. Тасл сразу же отдает свой ультимейт, идет от шена. Стэнд Юнайтед в молоко. Как-то вообще рампейджи. Ну, идеально, просто все, вы увидели ту Шена, развернулись, сразу ушли. Все. Да. Это не рампеджи, которые бегут с тобой голову до конца. Инсы видно, что они против Шена умеют. Вот, кстати, рампеджи забатились на пик Шена. Вот видно было, что в перв... ну, против Эйнекс сегодня, когда Эйнекс пикнули Шена, они не были готовы к нему. В этой игре они не захотели его банить, и поэтому пришлось им брать Шена, потому что играть у него против него не особо умеют. Да, таким образом, на девятой минуте мы видим счет 1-0 в пользу Индзов с преимуществом в 1000 золотых они э, лидируют. Да, плюс еще Гнарчик из бана вышел у нас сегодня, и сразу взяли Шена и получили контрпик Гнара, что не очень приятно для паза. Да, оверфарм, конечно, дикий. вообще Гнара оставлять как-то в пиках, особенно если ты хочешь играть через милишного топера, типа Шена, это затея супер рисковая на самом деле. Как с ней будут справляться Rampage в этой игре, только за счет, конечно же, Global presence, который может оформить здесь Шен, но пока что не удается э, сделать так ребятам из Rampage, и ультимейт первый Шена ушел вообще в молоко. Да, такие ультимейт для Шена немножко неприятные. Он хочет, все-таки, за потерю крипов на топе, он хочет какой то yeah. голду получать, хотя бы сосистов. Ну, Желательно и киллы лутать. Потому что если он получит внезапно такие какие-нибудь кильцы и ранние итемы, он может Игнара поднапрячь немножко на той, пока Игнар не получит свои итемы. Но Игнару ему здесь шанса вообще не дает, потому что он идет в Блэкливер. Uh -huh. То есть ранний армор тоже не особо поможет. Нужно уже больше что-то. Кстати, раньше было популярно собирать малет на Гнаре. Ну, сейчас тренде. его часто сейчас собирают малеты, потому что, ну, и там он просто его легче реализовать. Да, и сейчас идет очень агрессивный заход на паза. Сразу же станс Ты Отлично разыгрывают. Инцы забирают паза. Могут забрать тасла. Отлично сыграли. Инц. О, ну так очернила этот ганг смерть Янга. Тем не менее, это размен 2 в 1 в пользу Инцов. И может быть первая вышка для них. Да, First Blood будет вышечки. Интересно, кому? Токерсу или Револта? Револта пожадничает или нет? Я, кстати, хотел заметить то, что Револта не особо сильно реализовал себя на карте. То, что один ассистик имеет за 10 минут, это не очень хорошо. Но вот ганг вовремя он пришел, но тут подзафейлил и пас, который mm -hmm. отфлешился, все равно вуль... и попал в ульту Гнара, из-за чего он и умер. Еще и Джанлер своего подзабайтил. И в итоге команда Rampage начинает теряться на карте. Шен остается теперь на лонг линии. Это может испортить очень сильно погоду для. Здесь, кстати, таун команде... тоже был uh... такой не особо точный. <связь> И флеш. Ну, пас тоже. Зафейлил все, что можно. Просто все, что можно было, он зафейлил. Знаешь, фейл таунт, галочка, фейл флэш, галочка. Все прям пофейлил. Как, как надо. И Грагос помочь ему в этой ситуации ничем не смог. Даже, наверное, только усугубил ситуацию. Грагос такой, чтобы... знаешь, врывается в эту ситуацию, и такой, знаешь, «Твою мать!» и умирает. что нибудь в этом духе, знаешь, как в голливудском кино бывает. Ну и в итоге команда Rampage, оказавшись в таком минусе сейчас по золотым, на бот-лейн им, хотя тут, кстати, на боте я бы отметил, что Джин вышел вперед по фарму, но на бот-лейн в целом ориентироваться рэмпейджем наверное, будет сложновато, потому что есть, опять же, Револта, который, приходя на ганки на бот, даже вместе с Грагосом, все-таки, скорее всего, 3 на 3 Карма, Эзриэль и Элиза могут очень быстро сбурстить кого-то из игроков рэмпейдж хотя, опять же, есть Браун, который может очень много урона на себя принять. Вот Тогда. Джин вышел вперед по фарму только из-за того, что я смотрю, что делает Карма. Карма что-то бегает, пытается какой-то заромить, или, или какие-то варды вот глубокие ставят возле дракона, допустим, вот тот вард, возле дракона и редбафа, и не особо понятно зачем, и из-за этого изряли ее немножко проседает. Но и anyway, 10 крипов, главное изряли выформить свои итемы, потому что топ у него уже сильнее, мид в лесу тоже все хорошо, выформить свои итемы, он будет полезным. Да, Счет э, все-таки остается прежним. 12-й минут на таймере разгоняется. Игра возможно будет. Инцы хотят забирать объекты, инцы хотят забирать дрейков, захотят брать вышку Т1 на ботлейне. И они могут туда прикатить в четвером, а может быть даже в пятером вместе с Янгом и Токерзом. Тут э, много опций. Тасл э, не хочет. Или, или ну, у него нет вариантов. По-моему, здесь он никак не может Дрейка этого отобрать. Токерс. Э, ну, все остальные инцы просто бегут на мид. Посмотрим, смогут ли что-то здесь реализовать. Под э, мантрой был, был дан шилд. Солнце зафейлил о пузом. Нечаянно пузнул стену. Не получилось пройти. Да, слишком толстый, чтобы пересечь. Сейчас, кстати, вот неприятный момент на топе, потому что здесь будет пин-кварт. Вижу: у Шена не будет. И линия пушится в сторону Гнара. Что делать сейчас Шена? Фармить он не может, потому что если он подойдет, Гнар просто в него прыгнет. Все. Вот, кстати, это супер анлаки ситуация для милишного топера. Сейчас Гнару, главное, спокойненько-то. Потихонечку. Зафиц. Помаленечку. Добивать крайпчиков. Не пушить линию Все у него будет отлично. И Шен будет с каждой минуты отставать. Не только... А, -о, А тут пошел лын, но Микао успевает отпрыгнуть. Джокстер прикрывает своего адекерри. И два ультимейта команды Rampage уходит в никуда. Трейд выигран, но я не уверен, что. Просаженного хп инцов будет достаточно для того, чтобы что-то заполучить на ботлейне. Это серьезно, вообще. Гнарчик меня не послушал, решил запушить Гнарчик поддоминировать да. немножко линию. Странные, странные вещи. Да,тчик делает. Возможно, возможно он делает это с той целью, чтобы э, Шенчик не пришел на ботлейн, все-таки, и чтобы давить его под Т2. И если Шен вдруг угу. решит использовать свой ультимейт, то команда Rampage может лишиться вышки Т2 на топ-лейне. Да, сейчас РПГ пытались сгруппиться на боте и попушить бот вышку, но прокаст изряли. Все, пачки крипов нету. Да. Пора отступать, потратили просто время. Прицельный залп он мощный самый, в плане вот, пушев на такой стадии игры. А Роки при этом заберет сейчас блю для себя, что позитивно скажется, конечно же, на линии. В миди все-таки Мальзе вообще сложно самому по себе и по, по мано менеджменту работать, и по ласт хитам в, эрли-гейме. game. Но сейчас у него должно быть ему должно быть полегче. Хотя Кассиопея на 25 крипов впереди это серьезная проблема. Ну, Кассиопея на самом деле, наверное, немножко все-таки побаивается Грагаса, поэтому не особо сильно агрессирует. Он может, вот, может, когда пачка подходит к вышке, подходить прям агрессивно, нагло кидать зубья свои. Да. Челюсти, челюстями своими раскидываться. Захарашивать. Mm -hmm. Потому что мальзахару это тяжело восхитить, что Он кидает mm -hmm. доту, дота пока там тикнет. Сайленсом. Сайленс со вторым. Да. Вызывает своих паучков тоже там. Немножко неприятненько. Особенно, когда еще Кассиопеев на тебя пофыркивает. Да, самую да. малость. <laughs> слегонца так. Ну и, конечно, в таких ситуациях Мальза будет еще проблематичнее. Но Грагас своим презенсом напрягает. Но, учитывая то, как у Тасла игра не пошла. Хотя, я бы отметил, что Тасл, он ушел в фарм. И, в принципе, своего добился. Он впереди на 20 крипов перед Элизой. Это хорошо для Тасла, потому что он более-менее держит команду по золоту, так в тонусе, скажем. Ну, так. если бы он был по фарму впереди на Грейсе или ну, на неделе, да, можно было да, сказать, да. ок, но он на Грагосе. Одевче, вот в прошлой игре показал, что он может и немножко отставать, но по килам. Тут на ну, главной команду свою разогнать. Ты, кил... ты же Грагос, ты не чемпион, который влетит, не Грейвис, который соберет там... 4-5 итомов, и в тех же там спешей будет просто ваншотать или танков пробивать арморских кстати. Грагос-инициатор. Он заинициирует, в кого-то выкинет в свою команду. А команда должна будет убить, а команда да. не сможет убить, потому что ее сейчас зажимают. Это точно. И проблемы есть серьезные у Рэмпэйджа, и Грагосу нужно срочно действовать. На самом деле, он двигается на ботлайн чтобы какой-то экшен навязать. При этом есть пас, который может дать ульту. Плюс там все самонеры, да еще и из реаль и тяжело такие, таких чемпионов ганкать. При том, что даже ты, вы имеете ш, Грагаса и Шена. Мы посмотрим. Револта под замедлением. Вон, w от Мерона Тасл. Сейчас он, кстати, в ноу И, по-моему, вот сейчас он спалится на красном бафе. Его заметили. Поставил, окинул свою бочку. Бачарик спулил красный, теперь попытается его забрать, тем временем ТП пошло от Гнара на ботлейн, Дара прикрывается Unbreakable, использует флеш. неплохо ушли от Ганка ребята из Rampage сейчас, очень неплохо, это ну, важный момент. Какой-то странный Ганк на самом деле, рассчитывали на то, что Гнар прилетит, прыгнет, кого-то цепанет, немножко непонятно, зачем это все. Ксиопия вне позиции сильно. Очень сильно. <свят> Просто что они стянули Гнара на минуту раньше, они могли бы сделать то же самое. О, Слаша Токерс играет по роке, сразу же идет Стэнд Юнайтед. Но так как вся команда Инц уже подходила, Рэмпейдж понимает, что принимать драку им здесь ни в коем случае нельзя. Рэмпейдж Могут тут лишиться вышки своей, потому что напор от Энцов продолжается. У Янга все еще есть ультимейт, скоро будет мегаформа. Слушай, играет Рокки, Револта, встрял очень сильно, не успевает выйти из контроля. Тут же умирает Быхана на поклон Джина. Второе убийство для команды Rampage в этом матче. Удается чуть-чуть им реабилитироваться, но Микао тем временем не спит вовсе этот Эзрель. Он пушит ботлейн. Два флеша, Два, две ульты не особо, наверное, это все-таки хорошо. много мы... отдали, да. Здесь ТП пошел сразу же от Рэмпэйджа и Пас. Хотят сыграть. Тассел выкидывает бочкой. Суперски сыграл. Убьют Джокстера. И, конечно, вышку тоже могут забрать. Но ну, не суперски, ну почти, почти прям. Без чуть-чуть суперски. И Рэмпейдж здесь могут в ответочку, кстати, здесь получить. Очень сильно отхватить от Пас практически умер. Рокки умрет. И это Кассиопея, что творит. Просто зубьями своими накидывает раз за разом по рэмпейдж и теперь рэмпейдж, отдав тонну ресурсов в эти килы может сама потерять вышку это вообще не ворс жалко что что сейчас у косяпе не было ультимейта он потратил вам на мединовых захара сейчас будут заультить четверых было бы прям сочненький такой ультимейтик вышка дракончик куча голды и дракон-то еще инфернальный инфернальный скелеющийся это сетапа косяпе из реаль гнар Кассиопея, между прочим, один из тех чемпионов, который собирает просто тонну ability Power. И, и, и инфернальный дракон еще сильнее бафает ее. И это и будет инфернальный дрейк для инцов. Конечно, Рэмпейдж продолжает здесь потихонечку как-то смываться. Да, несмотря на то, что по киллам-то ровненько почти. Да? 3-4. Но по голде уже отставание. По драконам тоже отставание. По вышкам тоже отстают. Ну все, понимаешь, тут ФБ взят. ФБ на таверке взят, плюс дополнительная вышка еще. Герольд взят. Герольд взят, который на минуточку тоже голду дает. там там 250 где-то, там, 300, даже. Ну, че, ну, че так, по лайту. Да, по, по лайту, так, слегонца Так что для ребят из команды Rampage это все очень неприятные звоночки, и что им с этим делать? Вот сейчас на самом деле даже не знаю, им надо как-то выфармливать что-то. Но вот сейчас Касиапеус ставит на топ против Шена, и Шен не сможет фармить, а на боте Гнар стоит. Джин один против него точно не выстоит. Да, возможно даже из Браума не выстоит они а вдвоем, там если Сигнар сыграет. Тасол, Тасол, что ты творишь? Заходит на Инцов, использует ультимейт по револте. Тассл пошел охотиться за пинкуардом. причем так нагло, прямо да. через стенку яшки закатился. Пози блинчик просто. Пози блинчик. Оп-пузом. <laughs> Жирком продавил вардец но, по-моему, инцы с этим были не согласны, поэтому слегка... Тво... Грагаса поднаказали, но он ультимейтом здесь легко отделался. На самом вот так. Так, охота за шином на самом деле не нужна, просто фармите. Скелищийся пик, что вам еще надо, просто фармите, при том, что вам это все дают делать. Не надо гоняться за килами. Потихонечку, помаленечку все захватывать преимущество на везде на карте. Токерс... Ну, 21 минуте уже имеет почти 200 фарма. 2-0-1. КСС обесал недосларшот. То есть все, что нужно этой кисиопеи к 21 минуте уже, по сути, имеется. Осталось там, знаешь, там предметы за зафинишить. Получше скоро Архангел Рел... на стаке этого будет дополнительная да. шилда. И будет практически неубиваемая Кассиопея. Да, вот представь, сейчас будет Релай и Архангел у Кассиопеи. Там, к тридцатьй например минуте и это каева просто насчет оказывать всю карту и тотдемдж который набы на ее просто не смогут ваншотнуть даже да. за их паракасты потому что по сути бурставать так кто должен джин а так. хотя джин два* ну... ноль но ценау не хватит пока проблема в том что д скорее всего кпи хотя фронтлейнер ярко выраженного у яенцов нет Кроме... Ну да Гнар, да? Гнар, зависит от Гнар от мега пока формы. собирает дэмэдж. Да, да, Гнар пока собирает дэмэдж. Гнар зависит от своей мегаформы, чтобы именно быть фронтлейном. Есть Элиза, который семи фронтлейн плюс идет в дэмэдж. Следовательно, тоже не будет ярко выраженным фронтлейном. И есть Карма, которая дает хорошей утилити. Естественно, не является ярко выраженным фронтлейном. Вообще не является фронтлейном. То есть у Рэмпэйдж в этом матче, в принципе, против фенцов есть все возможности именно шотать сквишовые цели. И если они будут это делать успешно, то инцы могут просто потерять нить игры. И ремпейдж могут реабилитироваться. Как раз это, пожалуй, одна из тех ситуаций, когда даже несмотря на большое преимущество оппонента, у тебя все еще есть шанс камбэкнуться. То есть у противника даже при хорошей игре, там, безошибочной, например, есть э, вот эти вот слабые места, уязвимые точки, на которые ты можешь надавить. Ну, тут, вот конечно, ремпейджам придется постараться, чтобы это сделать. Да, нужно им найти какой-то момент... Потому что инцы пока, я так смотрю, немножко теряются на карте. Не понимают, как им грамотно стать так, чтобы всем было комфортно. Косяпе почему-то стопа ушла. Видать, не особо хочется и там стоять, не против никого. Да. Вот еще, кстати, момент я отметил. Эзерель. Здесь этот пик очень хорошо себя раскрывает, потому что Эзерель самостоятельный одешник. Это не тот чемпион, которого нужно пилить, которому нужно помогать. Это чемпион, который может в соло разыгрывать. И карма может свои ресурсы вкладывать в э, Кассиопею. Ингейдж пошел от Rampage, Точнее, это не совсем Engage, скорее попытка защитить свою вышку, но ради этого отдавать ультимейт дары Браума, э, а мы видели уже сегодня, насколько много может сделать ультимейт Браума. Лайн нам как раз-таки показали, Арс, продемонстрировал, как нужно играть на этом чемпионе. И, естественно, когда ультимейта у Браума нет, то подобные вообще ну, инициации, фоллоапы, какие-то там заварушки будет сложнее устраивать Rampage'ом. Джокстер ловит Тасла. Я не думаю, что достаточно толстенький этот Грагос. Ну, им надо подойти сейчас на момент, сделать две автотачки, забрать вышку и уже как-то uh -huh. более ротироваться, заходить в лес, ставить там глубокие варды и уже пытаться там кого-то ловить. Потому что у них, по сути, есть Лиза, которая uh -huh. за неграмотную позицию или ты что-нибудь фейсчекнешь, Теса запретит кокон. Да, но я бы не сказал, что этот э, Грагос пока что толстый. Он скорее такой, знаешь, в меру упитанный. У да. него только на Эмрезика только. Да. Ну тут из зря, он пока еще не собрал Боттерка, он не особо АД дамажит. Uh -huh. И uh -huh. на самом деле гаунтлеточку Я бы все-таки, наверное, тринтифор сейчас собрал. но ну, в плане демеджа больше дает. В плане утилити, конечно, дает больше перчатка. Ну, а здесь демедж-то есть, уйнцов. <laughs> все, все персонажи собирают демедж. Как раз утилити от Эзреля, мне кажется, это то, что нужно. Эзрель потянуть время, покайтить, вот как-то поцеплять. Вот это то, что нужно Эзрелю делать в этой игре. Поэтому у него и кадр ботинки, и перчатка все такое, такой фокус на утиль. Старинный такой, стабильный, mm -hmm. без выделываний. Да. Ну, Rampage в очень нагло стилит Остроклюва, прямо из-под носа Рэмпейджей. Ну, но, тем временем Гнар разбирается с этой вышкой на ботлейне. Ну, Шан ты... ничего просто не может сделать. Да. Что он может сделать? Затаунтить, но ну, туда отпрыгнет. А потом что? Потом 10 секунд ты стоишь, просто смотришь, как Гнар бьет твою вышку. И все, ты ничего не можешь сделать. Да. Не знаю, зачем они сместили туда Шен именно Гнара, Поставили бы ботлейн там против Гнара, и все. Шен там и против Косяпи и стоял, которого он ушла вообще с топа. Ну, тут, кстати, Гнар... То, что он собирается через Black Cleaver, а не через Frozen Maled, это немножко облегчает задачу Пазу к Шену. То есть, если даже Шен под удары подставляется Гнаровский, то есть он все равно может уйти. Так-то с Фрозен Малетом Гнар не отпускает и наказывает за любую, даже малую ошибку Шена, за любой его таун, который он отдает. Но теперь у Гнара, к сожалению, появляется и, и Фрозен Малет еще. Ну, да. И еще и Эмрезка. Теперь бедняга Паз, Я не знаю даже, как ему дальше быть, потому что потерян контроль вообще для него полностью. Вот видео появление Фрозен Малета и мреза. Uh, у самого при этом паза только санфаер, по сути. Ну, там есть еще кусочки предметов. Может быть, собрав там, три тема, он сможет как-то сдерживать этого Гнара, но в целом, конечно, ситуация крайне печальная. Но тут инцы инициируют события в нижней части реки. ТП пошел со стороны Янга. Можно закрыть очень сильно. Мегаформа есть, но фейл ультимейт от Янга не получается заинициировать. Хорошо, будут играть дальше ребята из... Рэмпейдж хотят развернуться. Тасса встревает. Ой, много ресурсов могут потратить здесь ребята. Тай Рэмпейдж. И нет у Янга мега формы. Хайдрош ультимейт от Кассиопей. Токер сыграет дальше по Роке. Использует уже свой Архангел. Джокстер позади. Команда Рэмпейдж пытается отступить. Янг замедляет дар. Удар оффлэшится через стену. Янг преследует. Очень агрессивный прыжок. Он добивает Браума. Все-таки команда Рэмпейдж здесь теряет нить очень-очень сильно. И размен 1-0 в пользу Инц пожадничал изначально Янг немножко, то, что он сразу свой ультимейт слил и выбил только флеш. Мог бы подождать, там по-любому чемпион бы отфлешился, он бы потом флешился и уже бы застанил двоих, и намного лучше бы тимфайт провели для себя эти инс. Но и, в принципе, один килл плюс дракон. Не все так плохо. И куча самонеров еще из-за рампейджов-то повынубивали. Да, вот тут большим плюсом инцов вообще в этой игре, при том, при тех, услов при тех обстоятельствах, которые уже сложились в 26-й минуте, у них есть, во-первых, пространство для ошибок. Они могут себе позволить сыграть, во-первых, и чуть менее жадно, то есть не слишком заходить далеко, да, там тот же янговский флеш не тратить, да, сдать ультимейт, чтобы выбить пускай один флеш, но все равно. И просто отойти, перегруппироваться, создать условия для того, чтобы забрать дракона и там, ну, какой-то рандомный кильчик типа дары забрать. А как мы отмечали вчера с нашими аналитиками, замечательными, чудесными. Потрясающими. Да, то, что инсы очень долго разгоняют игру, при том, что вот сейчас у них ну, все есть для того, чтобы разогнать эту игру. Да. они очень медленно все это делают. Ну, это не похоже на инцов, потому что то, что рассказывали нам ребята из Веги, например, да, которые скримились с инцами там. Я слышал такие истории, что там вообще 3 по 20 просто инцы катают. Да, то есть здесь мы не видим такого от Винцов. Как будто вот реально, как будто револта там такой, не то, что прям тилтующий, но он такой скорее чрезмерно волнующийся, может быть. И тут есть целый ряд факторов, которые влияют. А мне, <laughs> мне нравится. Три КСС у Ницов. Три. Карл. С Карл. Но они что-то прям вообще, не знаю, боятся настолько сильно этого Мальзахара и его ультимейта. Ладно, там какой-нибудь какая нибудь косяпе его купила из реалю кей но ты лизи то зачем ну видимо за счет того что он ыч о удар отда ультимэтнику да ну но... вот. вот он брал проблема в том что бра это все таки не инициатор есть очень редкие случаи, когда Браун действительно может быть инициатором. Это, как правило, choke place, так называемый, да, это какие-то узкие пространства, это ситуации, там, где-то около красного бафа, где все сбились, да, туда Браун там с флеша может сдать свой ультимейт, когда противникам просто некуда деться. А здесь, в открытом поле, Брам так, к сожалению, не может работать. Только если противники прям резко очень сильно ошибутся, оступятся, тогда да. Но так в чистом поле это не работает. И поэтому потеря ультимейта для Браума — это очень тревожный звоночек. Пока у Браума нет ульты, его вот это утилити, его follow-up составляющий, его деф составляющий своих керри очень сильно снижается. Поэтому таких ситуаций нужно допускать по минимуму команде Rampage, иначе инс, играя на этом, могут очень многого получить. Да, потому что они уже 7000 ведут. Вот сейчас надо Гнару ротироваться на топе, я не понимаю, он уже второй раз, вот сейчас уже третий раз идет на бот, потому что вышки-то там Т2 нету, на топе она стоит, на топе никого нету, пора уже туда бы Гнара отправить, а на бот сместить, допустим, тоже Кассиопею, либо просто пускай на боте стоит один Шен, и ротироваться, сделать какую-нибудь ротацию на топ, в да. лес верхний, что-нибудь завардить, попробовать, возможно, нашу Шора заклеить, потому что есть-то Кассиопея, Кассиопея это же... То, что ваншоты это Нашора и Лиза тоже mm -hmm. хороша, Гнар тоже неплохо. Mm -hmm. У них идеальная композиция под uh, вот этих Нашоров, сники Нашоров. То есть тут я не удивлюсь, если Элиза плюс Ксиопея, вообще, мне кажется, могут вдвоем забирать Нашора. И ты просто отправляешь Гнара на сплит пуш на бот. Ты отправляешь там из Реаля пушить мид с Кармой вдвоем, например. И сами вы вдвоем в тихушечку забираете барон Нашора. Ну вот начинают потихонечку клирить уже mm -hmm. Нашор Пит и все, что вокруг Элиза Карма тоже по подсобляет немножечко. Да, карма. Карма, кстати, тут вообще итомизация у кармы достаточно эффективная, сильная. То есть есть и а, призраки Frost Queen Claim, есть и, уже и... Ну, то есть тут КДР достаточно. То есть у кармы все, что ей нужно, есть. И за счет Frost Queen Claim она просто будет бегать и просто фейс ролить по вижену в лесу противника. Потому что за счет Frost Queen Claim ты все-таки можешь зай зайти глубже, чем как, как раз-таки без него. Я, кстати, вот немножко недоволен билдом Израиля, то, что он именно купил вот этот Меркуриал Скептер. Mm -hmm. Лучше бы он купил именно Боторг против двух-то танков. Да. да и Боторг помогает именно ваншотать тех же адекерек, когда ты прыгаешь, сразу все кнопки вжимаешь, и еще Боторгом. Я, честно говоря, вообще не согласен с QSS для Израиля, потому что Изреаль — это будет, наверное, самая последняя цель, в которой будет ультовать Мальзахар. Потому что Израиль в этом, в этом сетапе где есть, в принципе, все пять целей, которых может ультануть Мальза. Ну, может, исключим кармы. То есть Эзри... Но вообще желательно Элизе ультовать танков, потому что ульта -то от процентов дамажит. А, в смысле... Чем затанкованная цель, тем больше ульта Мальзахар, снесет. Да, то есть если Мальз, да, если Мальза ультанет Элизу, которая потеряет возможность коконом, например, сбить Мальза, да, или же это будет Гнар, да. тогда, ну, то есть вообще как... нет, нет, речи об ультимейте Эзриэля. То есть можно ультануть и Ксиопею, и Элизу, и Гнара. Но не Эзрели. Поэтому Эзрели можно не собирать было этот шкимитар, вообще КСС, забить на него, собрать боторг и не париться. И танков просто там. Я помню, как ЕКД собрал Меркуриал, и в него попала люкс с И он то ли до, то ли вообще не нажал. И потом сказал: ой, сори, типа, мисклик. Зачем собирал? Мы-то на буткемпе были, я хотел схватить молоток и по пальцам мужмякнуть, чтобы. Какой части молотка? Да, любой. Это не важно, да. Да хоть деревянной этой палкой, да? Ну, что ж, 32 минута на таймере между делом. И, в принципе, игра остановилась в какой-то момент. Мы имеем 7000 золотых преимуществ на инцов. Но она пока не, не особо так развивается. Но, как ты уже говорил, да, инц все-таки более лайтовый сетапчик. Хотя у Рэмпейджей тоже в лайте есть довольно сильные стороны в виде Джина, в виде Мальзы. Но насколько все это эффективно будет реализовано, на Инс сейчас просто очень большое давление оказывается, потому что вчера они показали две игры, хоть одно и выиграли не особо уверенную игру. На них да. определенно обрушился шквал недовольства на редите, на их форумах. То, что, как вы, что вы там вообще на этих буткемпах делали. Да, ну и естественно, инцы поднапряглись. Но стараются аккуратно отыграть, пока им это удается, японцы потихонечку дрогну здесь. Револта очень агрессивно действует своим портабелтом Револт практически умер. тебя идет от Дары. Откидывают Янга с помощью эксплозив каска. Янг с мега формой. Плохая позиция у Рэмпейдж. сам может здесь очень хорошо взойти, если они зайдут э, с инициацией очень грамотно под ультой к Если мега формой сможет свой Янг воспользоваться прямо сейчас эффективно, с флешатом сыграть ультой, но нет. Этого не происходит. Мега форма заканчивается и в принципе могут выдохнуть Рэмпейдж. Они выжили. Вот сейчас идея Идеальный момент для инцов что-то сделать. Да. Пойти на мид, допустим, пушить. Да пойти она на, шор. на Нету четырех ультимейтов, но они бэкаются. Но время, в принципе, есть. Так что им нужно сейчас быстро что-то вот, сделать. Когда у противника, в данный момент у Рэмбэйш, нету э, ультимейтов, которые, в принципе, для их сетапа являются такими плеймейк-вещами... Инсам, как ты уже сказал, нужно что-то делать, потому что они сохранили ультимейт Ксиопей, они сохранили ультимейт Гнара, две ульты, которые могут просто вот в ноль зарешать тимфайт против э, команды, у которых ультимейт вообще нет. Очень сильно как-то боятся. Я вот смотрю на их итемы и не вижу, почему просто. Да. Им можно сейчас просто группиться без сплит без всего. Просто сгруппиться в пятером и пойти просто продавить. Не знаю, нажать с флэшей все свои ультимейты и да. все будет отлично. Да. Тоже Кассиопея, посмотри на ее итомы. Там просто машина. Если собрать еще став и все, я не знаю, что ее может остановить. Она может пойти одна и пока там фокусят какого-нибудь Гнара, она сама там всех зафыркает своей ешечкой. Да. Ну и Янг. Ну, на самом деле, непонятно. По Инцы по карте, может быть, как раз волнение вот это все решает и гуляет по карте. Два инфернальных дракона, они уже получили. Я не представляю, там Ксиопея будет в пух и прах разрывать всех подряд. кого бы она не попала своими зубьями, будет отлетать. Как, когда знаешь, семки просто будет. Какие ошметки. Будут в по руки, попадают коконом. Все, играют по рэмпейджам. Команда Инстаслова бьет здесь в ГА, падает бедняга. Мерн использует свой ультимейт. Выход поклон. Джокстер может умереть. Ошибочки пошли. Револта можно погибнуть. Два хила забрали рэмпейджи. Здесь Янг в эпицентре. Хорошая ульта по троим. Что творит Янг? Вау! Этот Гнар разбивает всех игроков рэмпейдж. Шатдаун идет по Джину. Практически погиб Тасл. Размен получился 4 в 2 в пользу команды Инц и Спортс. Это должен быть барон с Кассиопеей и Игнаром. Они заберут его 100%. Еще и зря жив. Потеряли только Элизу и Карму. Это вообще наименьший, наверное, из дэмэдж дилеров сейчас Инцов. Поэтому барон падает считанные секунды. Команда Инц и Спортс наконец-таки выигрывают драку спустя там, не знаю, 15 минут, наверное, этих гуляний по карте, этих странствий, в итоге инцы забирают на шорах. Файт для них начинался, конечно, не очень хорошо, но потом Янг такой устал это терпеть, хватит это терпеть, запрыгнул, заставил четверых и просто соло этот файт камбэкнул. Молодец, Янг, опять Расставчик. же. Насколько вот в этой мете, я, я не перестаю еще, знаешь, с момента, когда мы с АТР кастили европейский LCS, я не устану говорю, что топ плейнеры очень большой импакт делают все-таки в текущей мете. Вот здесь мы сейчас увидим, как инсы не очень выгодные для себя позиции начинали файт. Первым стрел в роки от, отдал сразу флеш. Вот здесь мы уже так думаем. Ну, сейчас они заберут джанглера и пойдут на нашу ран. Но куча оранжевого контроля и демаджа от РПГ тут залетело, убили карму. И вот здесь Янг просто в соло по четверым камбэкает, тимфайт. По четверым ульта э, от Гнара, конечно, когда ты в такой ситуации оказываешься, и когда ты видишь эту ульту, ты даже знаешь, как шотколер, наверное, тимфайтовый. Ты такой думаешь, ну все, нам как бы. Ну, сейчас мета еще такая без эскейпа. мидер без эскейповый. Адешник yeah. тоже без эскейповый. Что, что, делать против Гнара такого? Особенно, а если у тебя еще флеша нет. Все. А yeah. дамажить-то надо, подходить-то надо. Только, -только, -по только, подходишь, гнарчик залетает, все, ты уже целуешь стенку. <свят> это точно. <свят> Потом духом летишь на фэнтом. Там пьешь мохито. <свят> Подтягиваешь так. Так, за 50 секунд можно это успеть там. Лед растает в мохито твоем и Т3 вышечка потихонечку падает. Но идет наглит, на прям. Да. Янг Считать... выкинули! Что делает Янг? Выбрасывает команду Рэмпейдж. Таслу. ультимейт. Этот поза. Вау! Wow, это был 5-мен Таунт! Убили Гнара. Идут дальше. Рэмпейдж. Сейчас могут убить Джокстера. Минус карма. Дабл килл для Тасла. Разворачивается Токер с урона. Много идет от этой Хватит ли сейчас возможности у янцов? Микао получает урон. Но в итоге давление останавливается. Два в 0, размен Рэмпейдж. Не хватило ему немножко себе. дэмэджа почему-то. А почему не хватило дэмэджа? Потому что у Израиля не хватает ботерка. Да. С ботерком бы он смог побольше дэмэджа занести. Ну, ну то, но... и Косяпе как-то мало нафыркал, на самом деле, потому что билд- -то у него уже супер крутой, его mm -hmm. став уже есть. Что-то как-то немножко странно. Возможно, не в того она кидает свои спелки. Позиция. Позиция была очень печальная в итоге, да. Грагос, вот, вот она фишка Грагоса. Он кинул бачан и. Просто расплетил всю команду оппонентов, он создал вот этот дискомфорт, да, где команде нужно э, занять позицию после того, как они были все раскиданы этой ультой. В итоге Гнар оказался, мы сейчас увидим на реплей, да, когда Гнар оказался прямо под вышкой, и ему нужно было здесь принимать решение, что ему делать. Он... Вот здесь он, кстати, выкинул двоих, не особо, наверное, нужно было, лучше бы он откинул от себя их, а не в свою команду. В итоге здесь еще Шен прилетел и затаунтил всех чемпионов. Да, Джокстер, конечно, уже не уходящий был вообще ни разу, и Рэмпейдж сделали то, что должны были, когда они оказались в э, такой выгодной позиции, да, они отдефились, кстати, вот это проклятое место гамбитов, да, помнишь, гамбиты на нем, по-моему, два раза споткнулись. Да, особенно самый первый был самый не очень приятный раз, когда они выигрывали 10 тысяч голды против Фениксов. Да-да-да. И вот именно на этой вышке они и погорели. Да, по-моему, еще потом в других играх. Может, по-моему, даже против Вейвиктисов, нет? На том же месте они прогорали. Я уже не нет, помню, против Вейвиктисов там мы другим делом их взяли. <laughs> Окей. Ну, Инцы сейчас давят по топ-лейну. Ингибитор открыт. Его пытается забрать команда Инцы Спорт. Стасл отходит. Разворот будет. Бочка! И Микао ушел! Вот это да! Причем даже не использовал свой этот ртутный ятаган. Ну и команда Rampage хочет развернуться. Янг встрял, ультимейт дарри подкидывает только Токерза. Никого еще не забрали. Джокстер пытался зарутить паза. не получилось. Боятся драться, непонятно тоже, почему, у Грагоса то не было сейчас ультимейта. Он уже никому не, сможет, никому не сможет сломать позицию. Просто сейчас нужно было принять драку. А самое странно, ты видел ультимейт Грагоса и Микау смог дать свой, э, свой прыжок, будучи в ультимейте Грагоса. Причем кастанул ее уже, по-моему, после того, как был отброшен. Ну, я подумал, что он заюзал Меркуриал Шкеметар, но Меркуриал Шкеметар был не в КД, и меня это прям немножко смутило. Ну, это стандартная, наверное, баг багованная ешка, или такая просто механическая. Это как Тристана, тоже, когда она получает контроль, ты все равно отпрыгиваешь. Но, кстати, вот из Реаль последний мыт там идет в Боторг. Да, услышал тебя он за услышал. Не, ну обычно это стандартный билд. Меркуриал тоже в него входит, но он входит после Боторга, а не до. Ну, тут, опять же, решение в связи с наличием Мальзы, конечно же. Но, честно говоря, да, Боттерк, там, будучи он раньше минут на 10, то получилось бы больше сделать. Янг, Стан, Потаслы, очень неплохо сыграно, плюс подключились Синцы. Хорошо здесь для инцов работает, кстати говоря, Карма. Она вот это, за счет этого ауешного мувспида, который она подкидывает своим союзникам, то очень сильно помогает той же Ксиопии, чтобы занять позицию побольше с пофыркать, зубьев своих понакидать, покусать врагов. Элдер Дракон. Сейчас инс как раз подзачистили везде варды, поставили пинки. Сейчас будут байтить на драчку. Да. Я бы на месте Джокстера вообще просто по КД щиты кидал. Ну вот они щит кидают здесь. Тасла поймали, но ну, это ошибка серьезная от Грагаса. Падает Гардиан Энджел, он просто любит свой ГА отдавать просто так. И не идет ли он сейчас пузом через стену? Его добивает Эзриэль Мистик Шотом. Не смог Дара прикрыть своего союзника. Хотя надо было, надо было поставить щит, кинуть вешку. Просто закрыть Грагаса. Смерть Лесника на 42-й минуте с дестаймером 50 секунд. Это фри Элдер. Да помимо Элдера можно еще какую-нибудь мид спушить, потому что крипы-то уже рядом. Главное сейчас всем да. рвануть к миду. Хотя Гнар пропушивает бот, возможно, пойдут и по сайду. Да. Ну, сайдлейн сейчас очень выгодно будет взять, без проблем. Хотя 30... Нет, 30 секунд должны успеть, на самом деле, с Элдером. Элдер, 5 дракон, нет, 4 дракона плюс Элдер. Это 5 стаков по 45 дэмэджа. Им бы сейчас, наверное, сразу наверное, надо зайти, прям нагло отзонить. И да, пойти прямо... прям, О, сколько урона влетает. Ну, это, этот Элдер Дрейк делает свое дело. Просто разваливаются Без игроки Там еще и на меде пачка подходит. потому да, что можно прям сейчас По топу не стесняться, регруппнуться. Там минус три ингиба, я думаю. О, прям боятся. немножко. Ну, Рокки. Рокки теряет просто в пол столба с одного мистик шота Эзреля. Не там, конечно, затарен вообще Выжигает, как надо уже. Да. Представь, сколько там летит дэмэджа. Ульта, прицельный залп. Еще больше урона. Причем это Ребята, их Ребятки, комбат. А? Ребятки даже не хотят двигаться да. с ним уже все равно. Просто они отошли на базу, этот прицельный зал ввел их в комбат, все это они не получили хомгварды, и сейчас инцы просто фришно забирают еще один ингиб. Ну, тут все не бэкается, да. потому что реснулся на шорт. прям. И... И... Лайны их на самом деле научили этому, потому что mm -hmm. лайны вот точно так же вчера, только чуть-чуть, наверное, побыстрее все-таки это все дело делали. Да, спушили вот. бот, спушили мид, спушили топ, элдер, потом на шорчика. И вот сейчас на шорчиком но придут и, и с тремя вейвами со всех линий просто задавят рампейджев. На самом деле, одно из самых главных удивлений этого вайлдкарда, то, что мы э, не лайнов сравниваем их стиль игры mm -hmm. с, с стилями других команд, а стиль других команд, например, инц, который является фаворитом, сравниваем со стилем лайн, которые показали игру на порядок лучше, чем те же инцы. И уже две игры подряд лайны творят просто невообразимые вещи. Так. Да, дядя да, 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 ты четко так подметил. Благодарю. Сэр. Ну, инцы. Сеньор Помидор. Сеньор Розак. Ну, инцы пытаются заинициировать драку. Здесь хороший ультимейт был от Дары. Он просто не позволил Янгу нормально зайти. И пытается Янг протиснуться здесь. Но, конечно, рэмпейдж хорошо оценивают. Но боюсь, что это все им просто-напросто не поможет. Да, они э, не дали возможности заинициировать Янгу. Теперь нет ульты удары. Ульты нету паза, а чем останавливать Инцов теперь? Непонятно просто. Т4 вышки, их можно постараться подержать, но надолго не хватит. Просто на ну просто, Очень сложно им будет остановить. Да, Тасл инициирует, по нему сразу на развороте играют. Инцы. Тасл минус уже. И пас тем временем живет. У него есть Гардиан Эйджел, здесь ультат Янга. Но очередной прекрасный ультимейт от этого Гнарчика. Падают один за другим игроки Рэмпейдж. И это победа для Инцов. Все-таки реабилитируются потихонечку бразильские ребята в глазах своих фанатов. Камбэкаются и зарабатывают победу на International Wildcard Qualifier. Да там Револта что-то да, 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 ручкой показывал. 50 минут боролись с японским коллективом. Ну, наверное, пока там 50-50. 50-50 такой. 50-50 был. Вот инцов. Не знаю, пока они не очень уверенно играют. И по их игре нельзя сказать, что они играли против ЛКС команд целый месяц. Да. Не сказать, что они вообще приехали сюда как фавориты. Как скорее такой средний класс. Пока что, по крайней мере, они показывают именно это, так как э, команды, ну, те же Лайны приехали, скорее всего, как аутсайдеры, судя по результатам прошлого сезона, которые обыграли теперь уже и Дарк Пассажей, и Инсов. А в прошлый раз у них всего была одна малюсенькая победка. Так, а... а здесь прям... Так что лайны молодцы, продолжают поражать. Инцы все-таки немножко камбэкаются, так что я думаю, инцы все-таки будут держаться на хорошем уровне, должны, по крайней мере. Если нет, то вообще это будет взрыв для всех наших аналитиков, которые как раз, кстати, сейчас будут разбирать потихонечку это противостояние. Женя, ребята, вам слово. Спасибо, Никита. И аналитики вы, собственно, поставили правильно, выиграли. И как вы вообще, что вы думаете об этом матче? Не, мне нравится, что когда мы ставим неправильно, то мы это не обсуждаем, мы такие оп, мы ничего не заметили, а кто мы выиграем, то мы сразу это подмечаем. Но на самом деле, инцы показали неплохую макроигру, но все так же неуверенно, долго, хоть и правильно как бы по плану, там 4 дракона, элдор, барон, 3 ингибитора, то есть, скажем так, они забрали все объективы, которые только можно было забрать на карте, и... Но я думаю, что Инс все-таки команда того уровня, которая должна обыгрывать японские команды намного быстрее, чем они это сделали. Ну, очень боятся они играть агрессивно в эту игру. Я не знаю, что, что мешает им играть агрессивно. У них было возможности кучу просто. Могли закончить именно на 15, может, раньше. Потому что у них преимущество было очень большое. Но они просто боятся. Ну, возможно, на них сказывается все-таки давление фанатов, родных стен. Они боятся прям взять и одним файтом все зафейлить. Но если бы это был первый турнир, на котором так происходит, то можно было бы так описать, но команда Инс у нас уже давно не радует своей игрой на вайлдкардах, выглядит более-менее нормально, но при этом не доигрывает, не, вы, не выходит в итоге в финальную часть, соответственно, в чемпионат мира. А по игре я хотел бы как раз-таки выделить положительные стороны этой, игре, этой игры с Инс. Инс наконец-то начали первые 10-15 минут давить в свойственной манере, забегать во вражеский джангл от, от пушами, да, и также давить с, с, с то сайд-линии. Э, в общем-то, общем это хорошо у них получилось, но после этого, как уже говорили прошлые аналитики, э, у них не получается играть агрессивно, они очень боятся, и 50 минут игра э, после такого Эрдима, я думаю, никто бы из нас не поставил на то, что эта игра будет 50 минут. Да, возможно, это как раз-таки тот случай, когда домашние стены не помогают, как уже говорил Женя, наоборот, отвлекают, мешают Давят, и... Давят, Может, у просто клаустрофобия? может быть. А вообще, с чем вообще может быть связано такое выступление? Вот мы каждый раз говорим инс фавориты, инс -фавориты", уже который сезон и который, собственно, и карт, они показывают себя, ну вот, достаточно средней командой. С чем может быть связана такая разница между э, ожиданием от команды и его реализацией? Во вообще ходят слухи, что тренер команды инс шутколит им во время скримов. И, возможно, это прямо сейчас играют такую злую шутку с ними, потому что игроки теряются и не знают, что делать на карте. Ну и, мне кажется, есть накопительный все-таки эффект. Парни на первом своем вайлдкарде отыграли с нервами, и дальше их как-то начали подстегивать фанаты их региона. И в этот раз уже, когда они прошли на этот карт, выиграли свой регион, их фанаты как раз-таки говорили им постоянно, можно, пожалуйста, не инс, можно не инс. Они точно нам проиграют. С таким задавлением очень сложно справляться, если у тебя нет либо стального терпения, так сказать, либо если у тебя нет какой-то психологической поддержки со стороны профессиональных людей, которые могут помочь тебе с этим справиться. И мне кажется, что одна из предпосылок это как раз таки это. Вообще, если говорить о Rampage, у них сегодня день достаточно тяжелый был у них в противнике Альбус Нокс и Инс, но ребята достаточно уверенно держались. Как, их можно, как, как можно оценивать их текущую форму? Они в форме не в хорошей и не в плохой, они в форме такой средней, в которой они готовы задавить слабую команду, но не готовы выиграть сильную. И просто вот этот факт мешает им выиграть у тех которые вроде, вроде давят, и в начале именно сам но тоже они так останавливают игру и помогают... Это из-за из этого из из они не заканчивают игры. А японская команда, они... У них просто не хватает шот-коллинга, что ли, или там макропередвижения, чтобы они начали получать преимущества сами. Они просто так же стоят, ждут, пока враги выиграют игру. А вообще, что могли в этой игре сделать Рэмпей, чтобы повернуть ее в свою сторону? На самом деле ничего, потому что просто видно, что уровень макроигры слишком сильно отличается и игру принимают на совершенно другом уровне, а когда вы по макроигре и по знаниям в игре проигрываете так сильно, единственный вариант это или брать комфортные пики играть агрессивно, или просто брать три выигрышные линии. В этом случае Рампеш можно было играть опять через своего Лесина, потому что лисин не бандит. Или а... Нидали. Да, или Нидали. Но Лесин, наверное, у него лучше получалось, потому что Лесина один из чемпионов, которым никто почти не играет в данном данном и он от, отвлекает примерно от него играть. Поэтому он довольно-таки нежный пик и Люди просто отвыкли от него играть. Поэтому Лисин, ключ победы, наверное. Да, Почему мне... Рампейдж тогда не взяли Лисина в этой игре? Это уже вопрос к их тренеру, да. к нам. Я думаю, мы на этот вопрос не сможем ответить, но ну, опять же, подтверждая слова Эдварда, скажу, что э, команда перестала играть от своих сильных сторон. Команда перестала так сильно давать давление через лес и э, своего саппорта. Если во второй игре у них был э, э, если я не ошибаюсь, там Тенч, э, то во второй игре у них вообще были довольно пассивные саппорты Джандлер, когда ты играешь игроком с Эмма браумом и вы самые серьезные краски опасности для команды противника у вас не очень много шансов, вам нужно брать командной игрой, которой у них просто меньше, чем у Итс. позади у нас четыре матча из пяти, впереди остался последний финальный матч второго дня Вайлкарда, и мы скоро к нему перейдем после небольшого перерыва.